Тема наращивания ресниц относительно молодая. Долгое время дамы пользовались только накладными ресницами, и то в основном для сцены или кино. Но, к счастью, уже давно применяются технологии, которые позволяют без особых хлопот создать выразительный взгляд, и все благодаря лэш-мастерам. Квалификация лэш-мастера зависит не только от стажа, но и от характера деятельности. Кроме работы с клиентами в салонах, существуют площадки для творчества. Это конкурсы, модные показы, фотопроекты и мастер-классы. У нас сегодня проходил лэш-день с премиум-бьюти для того, чтобы познакомить новых мастеров с нашей академией. Очень много поступало вопросов о том, как, о том, чтобы мы рассказали о себе, встретиться с нами. И вот таким образом мы решили создать такое мероприятие, на котором в неформальной, можно сказать, обстановке я поближе познакомилась с нашими мастерами будущими и познакомила новых мастеров уже с нашими настоящими мастерами. Сегодня у нас также проходило награждение судей. С сегодняшнего дня они считаются действительными судьями, и они вступили первыми в высшую лигу. Это те девочки, которые прошли все этапы становления от мастера до преподавателя и судьи. Это девочки-призеры, которые взяли первые места в конкурсах, брали гран-при, это высшая награда любого конкурса. Поэтому именно таким мастерам нужно идти дальше и развиваться. При желании каждый начинающий мастер может стать судьей, да, но это большой и труд, и путь, но все возможно. Профессиональная карьера в премиум бьюти обычно начинается с базового курса. После длительной практики появляется возможность стать преподавателем, а призовые места на престижных конкурсах позволяют получить статус судьи. Я участвовала в чемпионатах, и в том числе в чемпионатах, которые организовывает Premium Beauty школа. На самом деле это очень интересно, и всем девочкам советую себя попробовать в этой сфере, потому что это очень захватывающе на самом деле, и очень приятно занимать какие-то места. Но если даже и не забрать никакое место, то это своего рода очень хороший опыт. Первый раз я когда пришла, мне очень все понравилось, и я проходила каждый курс. Стала первооткрывателем первого чемпионата Grand Lashes и теперь первооткрыватель высшей лиги судей. Конечно, сложно, поэтому, как и новичку, дальше еще сложнее, потому что много профессионалов и уже, допустим, даже в турнирах очень сложно соревноваться. Но мы справились, теперь вот будущее себе. Теперь начинающие мастера видят в лицах перспективы профессионального роста. Пока у меня опыт очень-очень маленький, но оправдались. Действительно, переживания, страх, это все потихонечку, но проходит. Возникает уверенность, стремление к большему, к обучению дальнейшему. И, конечно, перспективу бы хотелось осуществить. Еще 2 года назад я связала свою жизнь с Академией очень тесно, и за эти 2 года я уже завоевала множество кубков, множество побед одержала. Перейдя от простого мастера уже к преподаванию, стала тренером, но на этом у нас еще все не заканчивается, есть стимул идти вперед и стать также судьей. Пожалуй, самое главное событие года в жизни лэш-мастеров нашего региона состоится в декабре. Это будет 5-й юбилейный турнир среди мастеров по наращиванию ресниц, организованный Академией Premium Beauty.